Так, добрый вечер, друзья. Началось мое время, вот, и, как всегда, возмущаюсь. Еще немного, Европа у нас в Сибирьков отберет первенство. Снова Макаров Алексей Иванович. Вот, запоминайте эти фамилии, когда-то придет время, и на основе технологий, разработанных нами, в том числе и Макарова, а вот все-таки Европа это не Сибирь, вот, Козела и еще несколько человек европейцев, может быть и когда-то и это начнут учить сотрудников институтов. А пока снова Макаров, это значит, что я устроил неофициальное соревнование, пока в нашем кружке, а когда-то вся Россия должна об этом узнать, кто круче, у кого крупнее, у кого больше. Я открыл новую папку, уже не просто мои клоны, мои семена, саженцы Сергея Железова, сына, по всей Европе, включая Казахстан, Украину, Белоруссию, а, кстати, еще включая и Эстонию, еще включая Латвию, еще включая... Так, что-то уехало в Словакию мою, так, уехало с помощью в Швецию, еще дальше, но это уже через посредников. Поэтому новая папка, она еще там просто то, чего не может быть. Вот это фотографии с той папки, что это расходится по Европе. А это еще и рекорды. Еще круче папка. Вот. И вот когда, казалось бы, ну сколько можно нам любоваться на Макарова, совсем как-то даже это самое возмущаться начну, он взял и еще прислал, смотрите. Добрый вечер. Это надо всем знать. Это наши слабые места. Шелковица наше слабое место. По вашей технологии укоренился шелковицу, и не могу не похвастаться. Черная шелковица укореняется немного хуже. Так, но все равно результат отличный. Смотрите, какие огромные. Видимо, имеется в виду огромные листья. Под фотографией пока одна. Простонародные шелковицы называют тутовник, на который я вырос в детстве. Да мы, половина нас выросла в детстве на тутовнике. Только это, наши дети и внуки уже не знают такого слова. Благодаря чему? Элементарно. Так ведь, Алексей Иванович? Элементарно. Еще раз спасибо за уверенность, которую придаете людям. Посмотрели в саду. Макарова. Вот так вот сели. Вот. Технология Железова называется зеленое черенкование. Так, фильм с зеленым черенкованием снял, но его должны у себя разместить в Галкином саду его хозяйка Литвинова. Ну, посмотрим. У нее у нас мало, а там все-таки только первый же фильм показали. Через сутки у меня был мой фильм. 7000 просмотров. Мы отстаем капитально, вот, потому что никто из нашего кружка не распространяет дальше. Дальше, значит, Грушаник, опять Макаров. Что? Ну что это такое? Ну, 322 грамма. Все, что за 300 грамм, это элита. Вы что думаете, все что ли? В саду Макарова монарх. Монарх это название винограда. Посмотрели, полюбовались. Пока будем считать, что он рекордсмен. Я к нему отношения не имею, но и не показать не имею морального права.